Друзья, всем привет! Рады, что заглянули на мой канал. Пока весь интернет готовит кукис, предлагаю вспомнить ароматное овсяное печенье. Для приготовления понадобится 250 граммов муки, 170 граммов овсяных хлопьев, я взяла крупные, щепотка соли, 3 грамма разрыхлителя щепоткой ванилина, 1 грамм корицы, 140 граммов сахара, 20 граммов любого меда, 25 граммов изюма с 60 граммами воды и 80 грамм сливочного масла. Прежде всего, необходимо измельчить овсяные хлопья. У меня нет блендера с чашей, поэтому буду измельчать по погружным блендером. Овсяные хлопья можно использовать любого размера. Нам не нужно перебивать все в мелкую муку, если будет попадаться фракция, то это даже хорошо. Далее к муке добавляем пробитые хлопья, сахар, разрыхлитель с ванилином, корицу, щепотку соли и тщательно все перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Теперь необходимо пробить изюм с водой. Если у вас мед жидкий, то его вот также можно добавить к изюму. Пробиваем несколько секунд до получения кашицы. Вот такая консистенция должна получиться. Далее к сухим ингредиентам добавляем растопленное, но уже остывшее сливочное масло. Выкладываем кашицу из изюма и начинаем замешивать тесто сначала лопаточкой и далее руками. Замешивать это тесто долго не нужно, буквально пару минут, чтобы печеньки получились мягкими и нежными. Собираем в тесто в шар и оставляем его на 15 минут отдохнуть. Противень застилаем пергаментной бумагой или тефлоновым ковриком и начинаем формовать печеньки размером чуть больше грецкого ореха. Немного приплющиваем и выкладываем на противень на небольшом расстоянии друг от друга, так как при выпекании печеньки немного увеличатся в объеме. У меня получилось из этого количества 15 печенек. Отправляем выпекаться в разогретую заранее до 180 градусов духовку на 12-15 минут до мягкого румянца. Пока печеньки горячие, они еще очень мягкие, но когда остынут, сверху станут плотненькие, а внутри очень нежные. Взгляните, какие красивые они получились. У них очень яркий аромат и насыщенный вкус. Обязательно готовьте и желаю вам приятного аппетита и до встречи!